Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. والعزة لله. ها هي عهد الجراد يزغلت فوق رؤوس النصيرية الأنجاس والروس المجوس والإيراني النجس. الحمد لله رب العالمين. وهؤلاء الأخوة الصادقين الذين باعوا أرواحهم إلى الله عز وجل، الأخوة المجاهدين، الأخوة المهاجرين، بارك الله بهم وبجهادهم ونصرهم الله. Yalla yalla yalla.
اخي يلا يلا شفتوا؟
هذا الطريق تبع زيتون قدامنا بين الشجرتين شفتو. Вот так вот поставляет Турция так называемым умеренным боевикам свою технику, но это не помогает. Сирийцы сегодня сожгли 3 или 4 вот таких вот бронемашины. Да, приветствую. Значит, по ситуации на западе Алеппо сейчас. В ходе ночной атаки силам 25-й дивизии правительственной армии удалось отбросить боевиков с территории 46-й бригады, а также из населенного пункта Урум-Ас-Сагра. Значит, боевики понесли достаточно тяжелые потери. Только мы насчитали порядка 15 трупов, 3 бронированные машины. Сирийская армия готовится обеспечить зону безопасности на западе от трассы Алеппо-Дамаск. Для этого ей сейчас необходимо занять 2 небольших населенника Урус, 2 небольших населенника по трассе, по старой трассе между Алеппо и Идлибом. Скорее всего, это произойдет сегодня ночью, и тогда уже можно будет говорить о полном открытии трассы М5. Но также сегодня где-то в обед боевики предприняли очередную попытку контратаковать позиции сирийских войск недалеко от населенного пункта Кафар-Халяб. И они, что примечательно, использовали турецкие бронемашины, которые им были поставлены. Но атака захлебнулась, была отбита. Значит, лично мы насчитали точно 3 турецких вот этих машины уничтоженных, несколько самодельных бронированных транспортных средств, ну и там порядка 10 тел, может больше, честно сказать, не знаю, не считали. Так что вот так вот сирийская армия продолжает обеспечивать безопасность города Алеппо.